баклажанам, кабачкам очень подходит приправа. Сметана, кефир, йогурт, что угодно, какой-то кисломолочный. Можно сметану пополам с кефиром. Вот у меня сметана есть, а кефира нет. Поэтому я сделаю сметану. И чеснок я сюда выдавливаю. Эта приправа отлично подходит для кабачков, для баклажан. Готовы мои кабачки. Сметанки с чесноком. Вкуснота. Кунжут поджарился, имеет такой жареный вкус. Очень вкусно с жареным кунжутом. Попробуйте, кабачок приобретет совершенно другой вкус. Совершенно. Всем привет! Сегодня я расскажу, как я готовлю кабачковые оладьи. Мои кабачковые оладьи. Натираю на терке оладьи, на крупной. Кабачок натерла. Яйцо. Пол овощного кубика натираю. Я использовала овощной кубик. Столовую ложку кунжута белого и 2 столовые ложки кукурузной муки. Все перемешиваю и сразу жарю. Вот такая смесь получается. Разогрела сковороду и выкладываю. Готовы мои кабачки. Сметанки с чесноком. Вкуснота. Кунжут поджарился. Имеет такой жареный вкус. Очень вкусно с жареным кунжутом. Попробуйте, кабачок приобретет совершенно другой вкус. Совершенно. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. И всем пока. До следующих рецептов.